Вот. Володя Пащенко полез наверх. Сегодня воскресенье, 15 июня 2015 года. Вывешивает российский флаг. Дума там решала, кому разрешать, кому что. Ну, нам, конечно, разрешено, потому что мы русские люди, официально зарегистрированные. Вот, вот вывешивает его. Там, поднимай выше, там в баночку его. Вот. Я уже объяснял, это лучший в мире флаг. Он вне временный, вне конфессиональный, вне национальный. Потому что кто бы его ни вешал, арабы, мусульмане, буддисты, это будет соответствовать действительности земной жизни будущей. Такого флага нет, его нельзя искусственно создать. Это особая милость Божия, что такой флаг. Нижняя красная полоса означает, все рождается в крови. Земля пропитана кровью. Я поминаю Мицкевича, поэта. Он говорит, от коры до центра пропитана она кровью. Надо выше надо. Ну, все, повыше-то никак разве нельзя? Там же была баночка. Чего он-то у тебя где-то за крышей спрятался-то? Но там не было, что она была выше, привязывать надо, выше. Прямо ко кресту привяжи тогда. На крыше залезь, к этой привяжи. А так какой там, даже не видно его. Вторая это синяя, задумались о небе. И третья белая, это престол Божий. Тебе помощники нужны? Один, кто залезет? Ну давай, Паша, только крепко держись. Паша с Казахстана приехал, но все равно он русский флаг любит. Ты любишь наш флаг, Паша? Ну да. Держись крепче. Залазь. Говорит, ну да, я же русский. Опа, ага. Могу налезть. Вот так. Сейчас они его поднимают. Смотри, только аккуратно не упасть. И прямо привяжите его к шесту, на котором распятие, крест. Поверху там и залезь, Володя, на крышу или как. И там его привяжи. Дай ему, пусть держит тебя. А потом внизу перехватишь. Как-то там было пристроено, что-то там оторвалось или что, почему он. Ну, в общем, понятно. Остальные, кто хочет смотреть в бинокль? Я. Набирай ребятишек, иди зови всех к башне. Хорошо. Это вот. Так, в бинокль кто хочет смотреть? Я. Давайте к башне, подходите. Называется Вавилонская башня. Давайте. Ребята, пойдемте. Все, все, все. Какой бинокль? Вот манокль. Это не бинокль, а манокль. Вон башня. Так, надо его открыть. Держи-ка, Ваня, надень на шею. Где Ваня-то? Давай, ты будешь старше. Я умею им пользоваться. А? Я умею пользоваться биноклем. Ты видел бинокль-то? Да, я смотрел бинокль. Вытаскивай его. Вот это там, вытащи его крепко. Держи. Надо вытаскивать. Вот так. Ну и все, теперь положи опять на место. И каждому давай подкручивай посередке колесика. Пошли на башню. Кто посмотрит, уже слазит оттуда. Чтобы всю окрестность осмотрели. Давайте. Давайте уберем это отсюда, она это мешает. О, когда торопишься, оно застревает. Тихонович, почему? Давайте. Это морской бинокль. Лезь наверх. И каждому давай посмотреть. Покажи, как подкручивается, как на ясность наводить, яркость. Давайте. Туда больше четырех не залазит сразу. Ого, это два человека. Три. Вот. Наш российский флаг. Посмотрим. Где он? Вон он трепешится. Вот он где. Пожалуйста. А вот у нас вверху это распятие, православный крест. На тонком шесте в небесах. Вот оно где. Вот подрастает новое русское поколение. Вот это из Подмосковья, Струнино. Ну-ка иди сюда поближе. Иди туда, тебя. Вот ты уже бегать научился. Тимоша, молодец. Иди туда, в очередь становись. Посмотреть в бинокль. Кто посмотрит, а другие за ним залезут. Сейчас я другим это скажу. Кто хочет бинокль смотреть, бинокль?
Идите, идите туда. Ступай, Арсений. Тебе будет интересно. Давай, Паша. Ну все, отошел. Давай тебе наш всемогущий создатель. Благослови нас. И прибудь с нами. Благодарим тебя за все, отец, сын и святой дух. Аминь. Аминь. Так, время сколько? 10:30. Понимаете, у нас время как-то так это наплывает. Сейчас переодеться. И сразу идем на обед. После обеда около 12 будет. В это время заново, ну там пол первого, потому что чтобы оделись снова по форме. Еще раз. Здесь будет молебен. После молебна будет занятие. После молебна можете переодеться и пойти тогда на занятие. После занятий сразу же катание на лодках. После этого смотреть фильмы. Там уже выберите, какие у нас очень много. Их, наверное, не меньше 500 фильмов разных. Это и природа, и история, и божественное, и полезное. Значит, порядок сейчас что? Переодеться и запрыгаем. Все. По славу Божию. Аминь. Давайте. Да. Переобуйте обувь. Только сапоги снимите. Давай. Давай. Ну что, теперь почти точно я узнал, что раз у вас там вода была, они из-под пола лезут комары. Я замуровал, а кошкам создал тут плацдарм на подходе. Иначе ничего не будет. Я сегодня, не знаю, ночь спал или не спал. Все.